Так, задняя рама на мини-трактор. Почти готовая. Это будет соединяться с первой. Вот так вот. Швея десятка или двенадцатка, не помню. Десятка швея. Так, вот что-то типа похожее будет так. Первая рама, то вторая рама. Здесь переломка будет. Здесь двигатель, сцепление. Там сидушка. Там задний мост. Вот такой же сам, как там. Здесь. Все будет то же самое. Будет копия 100%. Вот еще железяк одна лежит. Тоже надо где-то использовать. Так, а это мой запас колес. Колес, покрышек. Вот баки. До тракторов. Раз, два, три штуки еще есть. Заготовки. Сидушка. Это заготовки. Ступица. Это на сиденье. Это опять заготовки лежат следующим тракторам. Это корзинки, диски тоже. Бочка масла 200 литров. Это насос качать масло. Это тоже насос качать масло. Тоже эти все мои колеса трактора. Вот рулевые колонки. Тоже трактора в будущем. Коробки. Это вообще новая коробка. Москвичевская с нуля. Опять же рулевая трактора, кардан, ёжики новые для обработки картошки. Может, кому надо. 100 баксов одна стойка. Опять коробка. Опять рулевая. Опять кардан. А вот двигатель. Стрелся полностью на трактор. Опять рулевая колонка. Здесь еще одна рулевая колонка. Так, железа уже нету на раму. Надо закупать. Бардак. Вот так. Это моя самоделка. Домашняя рабочая лошадка. Уже ему можно кольца золотые вставлять. Заработал с вами. Это моя трассушка на Т-25. Была польская, двухрядная, но продал. Это лучше. Все проходит. Ничего не застряет. Типа как на мотоблок, только в два раза больше. Так, вот так. Дальше я вам покажу, как здесь крепится переломный механизм и как врезать мост, как я врезаю по-своему. Тут у меня два, и там еще четыре, еще больше шесть мостов есть. Это тоже штука хорошая. Это на полуприводный будет уже трактор. Опять коробка. Ой, боже, сколько их тут всего. Так, пока.